Завтра, 8 декабря, снова болеем за «Водник». Очередная домашняя встреча на стадионе «Труд». Матч чемпионата России наша команда проведет с сыктывкарским «Строителем». Лучшие места болельщикам подготовил канал «Регион-29». Матч покажем в прямом эфире и в онлайн-трансляции в группе «Регион-29» ВКонтакте. Начало в 19 часов. Добавлю, что на сегодня «Водник» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы. «Строитель», кстати, на 5-й.